Hi guys, welcome back to Junris Vlog. I reaction for this video reaction. Let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys up here? Doing well and amazing. And the title of this video, as you can see in my thumbnail, is A Forgotten Hero. Vlodka Yakut is a black sniper, storm of Chechen bandits' military history, and greedy to the owner, also with the video to be remembered. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. And little information about this video. There are many legends and myths on YouTube. One of them is a sniper, Vlodka Yakut. This sniper represents a courageous soldier who came to Chechnya according to his convictions without taking a ruble, without any money for the work done. As it turned out, Vlodka Yakut is an army bike that went on the expenses of military Chechnya. Goodness gracious, he's a really great soldier. A documentary about the hero of our country for whom money is not a motivation to fight. Wow, bravo. A film about the real feat of a simple Russian guy, Vlodka, was published for educational purposes to show the modern generation. Wow, this is truly amazing. I'm so excited with this one. I hope guys, you were excited also, and I really want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this hero of Russia. And I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Let's get to it. Wow, thank you so much for this video. Wow, this is nice. 18-летний якут Володя из дальнего оленьего стойбища был промысловик, соболятник. И надо же было так случиться, что он пришел в Якутск за солью и патронами и случайно увидел в столовой по телевизору груды трупов российских солдат на улицах Грозного, дымящиеся танки и какие-то слова о снайперах Дудаева. И врезалось Володе все это увиденное в его голову. Да так сильно, что вернувшись охотник на стойбище, забрал свои заработанные деньги, продал и намытое золотишко, взял дедовскую винтовку и все патроны, засунул за пазуху иконку Николая Угодника и поехал воевать. О том, как ехал, лучше не вспоминать. О том, как сидел в КПЗ, как много раз отбирали винтовку. Но несмотря на все это, якут Володя прибыл в Грозный через месяц. И слышал Володя только об одном исправно воюющем в Чечне генерале. Его и стал искать. Наконец, якуту повезло. И он добрался до штаба генерала Рохлина. Единственным документом, помимо паспорта, была у него рукописная справка военкома о том, что Владимир Котов, охотник-промысловик по профессии, направляется на войну с подписью военкома. Бумажка, которая поистрепалась в дороге, уже не раз спасала ему жизнь. Генерал Рохлин, удивленный тем, что кто-то прибыл на войну по собственному желанию, велел немедленно пропустить якута к себе. «Якут, извините, пожалуйста, вы и есть тот генерал Рохля?» – уважительно спросил Володя. «Генерал, да, я Рохлин», – ответил уставший генерал, внимательно смотревшись в человека маленького роста, одетого в потертый ватник с рюкзаком и винтовкой за спиной. «Генерал, мне сказали, что вы прибыли на войну самостоятельно. С какой целью?» «Володя, видел я по телевизору, как чеченские боевики наших и снайперских винтовок валят. Не могу терпеть я это, товарищ генерал. Стыдно, однако, вот и приехал, чтобы их валить. Денег не надо, ничего не надо. Я товарищ генерал Рохля. Буду сам по ночам на охоту выходить.
Пусть мне место покажет, куда патроны и еду будут таскать. А остальное я сам буду делать. Устану через недельку, приду, отосплюсь в тепле денек-другой и пойду снова. Да, и никакой радиосвязи мне тоже не нужно. Удивленный Рохлин закивал головой. Генерал, возьми Володя хотя бы новую СВДшку. Дайте ему винтовку. Володя, нет, не надо, товарищ генерал. Я со своей косой в поле выхожу. Только патронов дай. У меня сейчас всего 30 осталось. Так Володя и начал свою войну снайперскую. Он отоспался сутки в штабных кунгах, несмотря на минные обстрелы и жуткую пальбу артиллерии. Взял патроны, еду, воду и ушел на первую охоту. В штабе о нем забыли, только разведка каждые 3 дня исправно приносила патроны, еду и, главное, воду в установленное место. Каждый раз убеждаясь, что посылка исчезла. Первым о Володе вспомнил на заседании штаба радист-перехватчик Лев Яковлевич. У чехов паника в радиоэфире. Говорят, что у русских, то есть у нас, появился некий черный снайпер. Смело ходит по их территории и валит безбожно их личный состав. Масхадов даже назначил 30 тысяч баксов за его голову. Почерк у него такой. Бьет этот молодец чехов аккуратно только в глаз. Почему только в глаз? Да пес его знает. И тут штабные вспомнили про якута Володю. Еду и патроны из тайника берет регулярно, доложил начальник разведки. А так мы с ним ни слова не перекинулись, даже и не видели ни разу. Ну а как он от вас ушел тогда на ту сторону? Ну, так или иначе, сводки отметили, что наши снайпера и их снайперам тоже прикурить дают. Потому что Володина работа давала такие результаты, что от 16 до 30 человек укладывал промысловик выстрелом в глаз. Чехи раскусили, что у федералов появился на площади минутка промысловик-охотник. А так как на этой площади и происходили основные события тех страшных дней, то изолировать снайпера вышел целый отряд чеченских добровольцев. Тогда, в феврале 95-го, на минутке, благодаря хитрому замыслу Рохлина, наши войска уже перемололи почти на треть четверти личного состава батальона Шамиля Басаева. Немалую роль сыграл здесь и карабин якута Володи. Басаев обещал золотую чеченскую звезду тому, кто принесет труп русского снайпера. Но ночи проходили в безуспешных поисках. 5 добровольцев ходили по передовой в поисках лежанок Володи. Ставили растяжки, делали засаду, где бы он мог появиться. Однако было все безуспешно. И это было такое время, когда группы с одной и с другой стороны прорывали оборону противника и глубоко вклинивались в ее территорию. Иногда так глубоко, что даже никаких шансов не оставалось вырваться назад к своим. Но Володя спал днем под крышами и в подвалах домов. Трупы боевиков после ночной работы снайпера хоронили на следующий день. Тогда, устав терять ежедневно по 20 человек, Басаев взял из резерва в горах мастера своего дела, учителя из лагеря по подготовке юных стрелков снайпера-араба Абубакра. Володя и Абубакр не могли не встретиться в ночном бою, таковы уж законы снайперской войны. И они встретились через 2 недели, точнее Абубакр зацепил Володю из буровской винтовки. Мощная пуля, убившая когда-то в Афганистане советских десантников, вылетев на расстоянии 1.5 километра, прошила ватник и слегка зацепила руку, чуть пониже плеча. Володя, ощутив пролив горячей волны сочившейся крови, понял, что наконец-то и началась охота на него. Здания на противоположной стороне площади, а точнее на их развалины, сливались в Володины оптики в единую линию. Ну что ж, блеснула оптика, думал охотник. А он знал случай, когда Соболь, увидев сверкнувший на солнце прицел, и уходил во свояси. Место, которое он выбрал, располагалось под крышей 5-этажного жилого дома. Снайперы всегда любят находиться наверху, чтобы видеть все. А лежал он под крышей.
под листом старой жести, мочил немного снежочек, поливал дождик, то переставал. Абубакар выследил Володю лишь на пятую ночь, а выследил он по штанам. Дело в том, что у якута штаны были обычные, ватные, а американский камуфляж, который зачастую таскали боевики, пропитывался специальным составом. В нем форма была неотчетливо видима в приборах ночного видения, а отечественная форма светилась ярким салатовым светом. Так Абубакар и вычислил якута в мощную ночную оптику своего бура, сделанные на заказ английским оружейником еще в 70-х годах. Одной пули было достаточно. Володя скатился из-под крыши и больно упал спиной на ступеньки лестницы. Но главное, что винтовку не разбил, подумал Володя. Ну, значит, дуэль, да? Господин арабский снайпер, сказал себе мысленно Володя. Володя специально прекратил кромсать чеченские порядки. Аккуратный порядок 200-й с его снайперским автографом на глазу прекратился. Пусть поверит, что я убит, решил Володя. А сам же только и делал, что высматривал, откуда же до него добрался вражеский снайпер. Через двое суток он уже днем нашел лежанку Абубакра. Он также лежал под крышей, под полусогнутым кровельным листом на другой стороне площади. Володя бы и не заметил его, если бы у арабского снайпера не выдавала дурная его привычка. А он все покуривал анашу. Раз в два часа Володя улавливал в оптику легкую синеватую дымку, поднимавшуюся над кровельным листом и сразу же уносившуюся ветром. «Вот я и нашел тебя, Абрек. Без наркоты не можешь?» «Хорошо», — подумал с торжеством якутский охотник. Он не знал, что имеет дело с арабским снайпером, прошедшим Абхазию и Карабах. Но убивать его просто так, прострелив кровельный лист, Володя не хотел. У снайперов так не водилось, а у охотников на пушнину и тем более. «Ну ладно, куришь лежа, ну в туалет придется тебе встать», — хладнокровно подумал Володя и стал дожидаться. Только через 3 дня он вычислил, что Абубакар вылезает из-под кровельного листа в правую сторону, а не в левую, быстро делает дело и возвращается на лежанку. Чтобы достать врага, Володе пришлось ночью поменять свою позицию. Он не мог ничего сделать заново, ведь любой новый кровельный лист сразу же выдаст его новые местоположения. Но Володя нашел 2 поваленных бревна от стропил с куском жести чуть правее, в 50 метрах от своей точки. Место было прекрасное для стрельбы, но уж очень неудобное для лежанки. Еще 2 дня Володя высматривал снайпера, но он не показывался. Володя уже подумал, что противник ушел насовсем. Но когда на следующее утро вдруг он увидел, что он открылся, 3 секунды на прицеливание с легким выдохом и пуля пошла в цель. Абубакар был сражен наповал в правый глаз, но почему-то против удара пули и упал с крыши плашмя на улицу. Большое жирное пятно крови растекалось по грязи на площади Дудаевского дворца, где и был сражен наповал одной пулей охотника. Арабский снайпер. «Ну вот я тебя и достал», — подумал Володя без какой-либо восторженности и радости. Он понял, что должен продолжить свой бой, показав характерный почерк, доказав тем самым, что он жив и противник не убил его несколько дней назад. Володя всматривался в оптику в неподвижное тело сраженного противника. Рядом он увидел бур, который так он и не распознал, ведь ранее он таких винтовок и не знал. Одним словом, охотник из глухой тайги. И вот тут он удивился. Боевики стали выползать на открытую местность, чтобы забрать тело снайпера. Володя прицелился, вышли 3 и склонились над телом. «Пусть поднимут и понесут, тогда и начну стрелять», — торжествовал Володя. Боевики действительно втроем подняли тело, прозвучали 3 выстрела и 3 тела упали на мертвого Абубакра. Еще 4 боевика выскочили из развалин и, отбросив тела товарищей, попытались вытащить снайпера. Со стороны заработал российский пулемет, но очереди ложились чуть-чуть выше, не причиняя вреда сгорбившимся боевикам. Прозвучали еще 4 выстрела, почти слившиеся в один. Еще 4
4 трупа и уже образовали кучку. Володя, убив в то утро 16 боевиков, он не знал, что Басаев отдал приказ во что бы то ни стало достать тела араба до того, как станет темнеть. Его нужно было отправить в горы, чтобы захоронить там до восхода солнца, как важного и почетного маджахеда. Через день Володя, вернувшийся в штаб Рохлина, генерал сразу принял его как дорогого гостя, ведь от дуэли двух снайперов уже облетела всю армию. «Ну как ты, Володя, устал, домой хочешь?» – спросил генерал. Володя погрел руки у буржуйки. «Товарищ генерал, работу свою выполнил, домой пора. Начинается весенняя работа на стойбище. Мол, военком отпустил меня только на 2 месяца. За меня работали все это время мои 2 младших брата, пора и честь знать». А Рохлин, понимающий, закивал головой. «Рохлин, винтовку возьми хорошую, мой начальник штаба оформит тебе документы». «Володя, зачем? У меня дедовская», — любовно обнял свой старый карабин. Генерал долго не решался задать вопрос, но любопытство взяло верх. «Сколько же ты сразил врагов? Считал ведь?» «Говорят, что более сотни. Боевики переговаривались». Володя потупил глаза. «362 боевика, товарищ генерал». «Рохлин, ну что ж, поезжай домой, мы теперь сами справимся». «Володя, товарищ генерал, если что, вызывайте меня заново. Я с работой разберусь и приеду во второй раз». На лице Володи читалась откровенная забота о своей российской армии. «Ей-богу, приеду». Орден мужества нашел Володи Котова через 6 месяцев. По этому поводу праздновали всем колхозом. А военком разрешил снайперу съездить в Якутск купить новые сапоги. Ведь старые прохудились еще в Чечне. Наступил на какие-то железяки охотник. В день, когда вся страна узнала о гибели генерала Льва Рохлина, Володя также услышал о случившемся по радио. Он 3 дня пил спирт на заимке. Его нашли пьяного в избушке в Ремянке. Другие охотники, вернувшиеся с промысла, Володя все повторял в пьяном угаре. «Ничего, товарищ генерал Рохля, если надо, мы приедем. Вы только скажите». После отбытия Владимира Котова на родину, мрази в офицерских погонах продали его данные чеченским террористам. Кто таков, откуда, куда уехал и так далее. Уж слишком большие потери нанес нечисти якутский снайпер. Владимир был убит выстрелом из 9-миллиметрового пистолета у себя во дворе. В тот момент, когда рубил дрова, уголовное дело так и не было раскрыто. Подлинное имя Володи Якута – Владимир Максимович Колотов, родом из села Иенгра в Якутии, однако сам он не якут, а эвенг. Также у этой истории есть другие концовки. Говорят, что брат Володи Якута отомстил за его смерть. А еще говорят, что убийство Володи была всего лишь инсценировка, сменив имя и живет по сей день. Вот такая вот история. Обязательно оценивайте лайками, подписывайтесь. До скорой встречи, всем пока. Sounds like a sad and heavy story of this forgotten hero of Russia. Volodya was an incredible Russian sniper that he did his job, what he was told to do, and he did an amazing job making those what he was trying to do on those things. And this is an incredible. Wow, he is very courageous in doing such things. Salute and kudos from the Philippines. Eternal memory to you and to your family also. Goodness gracious, this is just an honorable man making his job properly and doing it. Such a courageous to represent how Russians are being so good. To me, he is a great man in Russia that it will always be remembered, even that people like forgotten with him. But he is hearing this story, hearing the way how he did without any ruble in going his job done, and he doing it well, and says like, bow to you Volodya and to the rest of the heroes of Russia, that you did a fantastic job, that you are protecting your country, protecting your people, and doing your work properly. And that's an amazing, and like, much love and respect to all of you. I hope guys you enjoyed watching with this one, because I find it so interesting, inspirational also video, that there are people who are great in terms of what they are doing in their life. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video,
and connect with the owner of the video I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and just subscribe also with my channel. This is Junris Vlogger that reacts saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privyet, and spasiba to all Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.